Флэтмания. Плавание. Ого! Они в отличной форме. Наверное, мы в журнале о купальных костюмах. Кью, разве мы на пляже? Нет. Это журнал о спортивном плавании. Правило номер один в спорте. Смотри на спортсмена в бассейне, а не на парней рядом с ним. Это брызги от плывущего спортсмена. Смотри, как они далеко разлетаются. Изумительно! Я тоже умею нырять. Ну, конечно. Прыжок, пушечное ядро. Отличная высота всплеска. Я бы тебе показал, но сейчас я бумажный, и большой всплеск превратил бы меня в кашу. Оправдание, оправдание. Те парни, прыгая в воду, демонстрируют тройное сальто, и они тоже бумажные. Но это их мир. Они живут на этой картинке. Лишь плавают и ныряют. У них вода как бумажная. Думаю, ты просто боишься воды. И здесь, и в твоем реальном мире. Дело не в страхе. На этом снимке я чужой. Кто знает, как повлияет вода на меня? Я же не рыба. Рыба ни при чем. Начинается куриный танец Винсента. Ладно, прекрати. Я прыгну. Прекрати кудахтать. Винсент, ты в порядке? О, моя голова. Но, ты видела мой прыжок? Смотри. Почему ныряют одни и те же пловцы? Похоже, снимок сделали в начале соревнований. Идем, это не так интересно, чтобы смотреть. Эй, там может быть выход. Из-за волн наверняка не видно. Выход? Давай спросим вон у того парня. Сэр, скажите, как давно вы чистили этот бассейн? Я не уборщик. Я сертифицированный спасатель, помогающий людям в беде. Вы в беде? Нет, я... Ой, кажется, я в беде. Простите, но я не могу вас спасти, если вы не в воде. Не можете? Но вы должны мне помочь. Я потеряла часы и так задержалась, что моя мама уже вызвала полицию. Не хочу, чтобы они думали, что вы плохо работаете. Но знаете, плохо помогаете в беде. Я всегда помогаю в беде. Для этого я здесь. Ладно. Когда ты в последний раз видела часы? Когда я уронила их в бассейн. Ну,
Ты видишь выход? Нет. Наверное, это были волны. Маленькие негодяи! Пора удирать. Я превращаюсь в бумажный шарик. Твоя нога на моем ухе! Нет, это твое ухо на моей ноге! Хорошо, хоть в кашу не превратились! Что с нами? Все перепутано! Руки, ноги, волосы! Все смешалось! Я не могу попасть в таком виде в реальный мир! Пугали всех пловцов в бассейне. Страшных мутантов ни за что не пригласят покататься на лыжах или сходить на вечеринку. Ну же, не стоит из-за этого так расстраиваться. Привет. Волейболисты куда дружелюбнее. Если только ты не выглядишь как инопланетянин. С этими аксессуарами я чувствую себя как осьминог с планеты Нептун. Помогите! Помогите! Помогите мне! Помогите! Помогите! Помогите мне! Выход! Нога мальчика застряла в нем! Нужно вытащить его на берег! Не уверена, что хочу снова там оказаться! Мама! А вот вы где. Неплохо поработали. Но, конечно, чтобы стать профессиональным сертифицированным спасателем, нужно сдать тест при помощи рук, а не ног. Этот журнал еще запутаннее, чем мы. Большая стопа сказала мне, что чудовища любят, когда их называют малышами. У меня мурашки по коже. Выдающиеся виды биологического эксперимента так же сумасшедшие, как и я. А в настоящем мире так же весело. Винсент! Винсент, ты в порядке?
Винсент, ты в порядке? Ну уже! Ответь! Что? Моя голова? Где я? Ты в порядке? Я так испугалась? У тебя нет ног на месте рук. Да? Неважно. Ты врезался в пловца. Это я виновата. Мне не стоило тебя дразнить. Так мы не осьминоги-мутанты с планеты Нептун? Винсент, кажется, у тебя в носу вода. Так это был сон. Все встало на свои места. Эй, ребята, верхней одежды сюда нельзя. Идите, надевайте купальники или уходите. Винсент, выход! О чем был твой кошмар? Я там была? Да, но ты только пугала народ. Но не меня. Как приятно это слышать. Не ерничай. Ты не представляешь, как девочке приятно слышать, что есть кто-то, у кого она не вызывает испуг. Фильм подготовлен на студии Warm Sound. Перевод Елены Поповой, звукорежиссер Владимир Козинда. Текст читали Екатерина Фролова и Андрей Корольков. Flap Mania.